Всем огромный привет, мы начинаем новый влог. Мы в Ростове. Вы прибыли к месту назначения. Ой, боже, я же тебя вроде отключила. В общем, мы перед Икеей решили заехать сначала в Хофф. А когда покупали пуфик белый в нашу прихожку, видели здесь тоже, у них был большой выбор столов, стулья. Ну, хотя бы просто присмотреться, чтобы когда в Икею ехать, уже знать, с чем мы будем туда ехать. А еще мы ехали в какой-то мебельный центр, но его мы не нашли, но нашли зато Хофф. Я в мебельном хотела посмотреть диваны, тоже хотела столы, стулья, ну просто такие обычные фабрики какие-нибудь российские, да, для сравнения. Ну вот какие-то на сайте я включала, смотрю, а знаете, что все в таком классическом стиле, все такое резное какое-то, ну типа как у нас вот этот стол со всякими колясами, крутясами, нет, а мне нужно минимализм прям вообще, просто лаконично. И вот мы в этом Хоффе были, сейчас пойдем еще раз посмотрим. Ну так прям я бы не сказала, что жара. Все-таки в этой куртке хорошо. Да? Угу. Нога у меня еще заела. Правая мышца. Всем привет. Поближе себя хоть покажу. То город показал, я себя красиво забыла. Докуришь? Можно туда подняться, вон у них урна для курильщиков. Так что, Бургер Кинг. Любовь Егора, Бургер Кинг. В общем, мы уже в Хоффе. Кстати, маски надеть нас не потребовали. Хотя раньше требовали, да? Маски не заставили надевать. Да, посуда. Но нам нужно в сторону мебели продвинуться. В общем. Вот диванчики в Хоффе. Вот это большой, да, обычный. 29 000. 29. Ай, какой удобный. Сядь, посиди, очень удобный. Все пока широкие. Тут тоже широкие, да, все? Да, это большие прям. Полноценные диванчики, да? Так, ладненько. Это кресло. Кресло-кровать, наверное, да? А, вон еще, смотри, сколько тут много. Пойдем поглядим. А что ты замер? Я стою, смотрю. А, на какой диван? А, в этом плане хорошо. Ну, давай отсюда начнем, с этой стороны. Так, пока ничего интересного нет. Сейчас все такое большое, розовое. Моделей много, но подходящих пока нет. Кресла прикольненько. Здесь, кстати, выбор диванов больше, чем в Икее, заметил? Потом по той стороне пойдем, с той стороны будем их смотреть. Нет, нет, мы еще не дошли. Ой, этот вообще какой широкий. Ого, какой диван, ничего себе. Ну-ка, ради интереса. Как на нем вообще сидеть, что он себе представляет. Какой-то странный он. Так, давай тогда сюда по краю. Ну да, потому что у меня 169. Да. Наш зал был, да? Здесь пошли уже угловые, по-моему, еще больше. Но выбор, конечно, в Хоффе большой. Сейчас так вот немножко отдалю, чтобы побольше всего помещалось. Модели достаточно интересных, кстати, их много. Вот кресло, пожалуйста. 10, 11, 9.
Тут, в общем, уже идут угловые. Все диванчики. Теперь мы добрались до столов и стульев. Так, нас интересуют круглые. Круглые, белые, да? Нет, пока нет. Кстати, круглые столы — это вообще редкость. Ну, это вообще маленький, еще на одной ножке. Это прощай стол. Через пару приседаний. Нет, это не то, что мы хотим. Такое. А вот эти стулья, про которые я тебе говорю. Сейчас вот такие же стулья модные на таких вот ножках. А ну-ка посидеть на нем. Да, обычно, ничего такого нет. Абсолютно обычный стул, наоборот, какой-то вот тут вот мало для спины. Не, такое. Так, что здесь еще мы увидели? Люстры под потолок, скорее всего, будем какую-нибудь люстру. И вот какую. У нас тем более там высокий потолок, чтобы Кофф мы ничего не выбрали, посмотрели. Ага. Столов там точно нет, стулья тоже. Вообще ничего не приглянулось. Вообще в Кофе редко когда бывает такое, чтобы что-то прям сильно понравилось. Сейчас мы едем в другой магазин, называется «Мир диванов». Нет, как же он? «Мир диванов», что-то такое. Там и диваны большой выбор, и столы у них есть, и стулья. Посмотрим, как раз приценимся. В каталог IKEA я зашла, и вот белый стол круглый, как я хочу, в принципе, в каталоге есть. Но вот теперь вопрос, если он в самом магазине здесь, в Ростове, надо, наверное, это я общий открывала каталог, мне кажется. А надо сейчас зайти посмотреть именно ростовский этот склад, потому что в Краснодаре таких столов точно не было. Но она как будто там и меньше у IKEA, и не меньше, но по, вот всегда там по количеству, разнообразию товаров как-то поменьше все равно, чем в Ростове. Вот, поэтому едем сейчас в другую. Какую-то улицу, не знаю, на край города, короче говоря. Это Нансена какая-то улица. Мы едем на улицу с тачки. А, да, мы едем на проспект с тачки, вот точно. Погода у них, в принципе, сегодня тепло, но где-то 23, мне кажется, 22, вот так. Солнце то есть, то нет, но хорошая погода. В общем, ну, видимо, у них до этого было слишком холодно, потому что все люди ходят одетые. Штаны, кофты, кроссовки практически у всех. Вот один в этих, но... кроссовках. А что он хочет? Он что-то просит. Чтобы должны были сделать. Непонятно, правда, что. Девчули, в общем, муж побежал за... На Камри мы хотим купить себе чехлы. Я такая говорю, я не пойду, я здесь посижу. Смотрите, одна куртка, в которой я ехала. На один день девочка ехала. Девчонки, это нормально? Одна куртка. Все, в это я пошла. Теперь здесь белая, вот это моя льняная, на всякий случай. Еще и джинсовую куртку захватила. Девочки, я вам еще покажу сейчас больше. Сейчас, подождите. А, давайте лучше вас разверну. Я еще взяла с собой чемодан, и он полный. Муж уже не обращает на меня внимания. Вот это лишь бы Наташа... Мне это не грустило, знаете, пусть берет, что хочет. Девчонки, начала собирать и не знаю, думаю, а вдруг мы останемся, вдруг у нас сегодня, ну, не получится все, да, допустим, купить. Да. Я же не знаю, вдруг я захочу это одеть, а вдруг там будет холодно, я это... Ну, в общем, короче говоря, чемодан, это, правда, Егора чемодан, но он полный с нами. Еще больше. Я, наверное, буду так по чуть-чуть вам снимать и выкладывать, пусть они будут маленькие, но мне будет так легче, чтобы, ну, как вы, знаете, это нон-стоп. Произошло, выложила, произошло, выложила. Вот, и пока мы еще по дороге в этот магазин, стол, стулья, все такое. Девчонки, я кушать хочу.
Хотя мы уже с мужем ели. Но вы же знаете, я аж обжора. Такая, думаю, иди, иди за своими чехлами. Сейчас я сало достану, яйцо, картошку. Ой, капец. Я просто мужа спрашиваю, говорю, так едем? А я ему спрашиваю, ты есть хочешь? Он говорит, да нет, я еще сытый. А я говорю, хочу. И поэтому думаю, вот пока он там гуляет, раз он у нас сытый, пусть гуляет, а я пока рубану. Здесь у меня маринованный огурчик. Девчонки, достала эту свою контейнер. И хорошо еще на рынке никого нет, контейнер. Вот тут вот у меня помидорчики, огурчики. Сало. Сало, картошка. Сало, картошка, хлеб засохший, который дома был, я его взяла. В общем, сейчас я быстренько перекушу. И потом, наверное, подключусь. Наверное, я уже, мне кажется, даже уже и наснимала. Мне кажется, на маленький этот ролик, то, наверное, скорее всего, выложу. А, кстати, девчуля ехала и читала ваши комментарии. До сих пор еще идут слова поддержки. Обалдеть, я вообще в шоке. И такие добрые слова искренние. Спасибо вам огромное. Прям вообще, когда читаешь, действительно, у тебя как настроение поднимается, какое-то второе дыхание открывается. И вот хочется еще дальше делать, снимать, то есть. Понимаешь, что не просто так, как этот сумасшедший возле зеркала стоишь, сам с собой разговариваешь, да, а когда есть, ну, обратная связь, общение, диалог, то понимаешь, что все-таки с той стороны живые люди. Вот, вообще, это, конечно, очень здорово. Сейчас утром проснулись. Ну, когда ехали, уже устали, остановились, спали на стоянке. Муж мой бедный, как всегда, на таком кресле разложенном, а я сзади спала, потому что я его сначала туда вложила, он говорит, Наташа, я не могу, мне там неудобно, он же большой у нас. В общем, выспала. Ну, я, в принципе, выспалась. Он, скорее всего, нет, но вида не показывает. Я же такая встала, голова вот такая. Голова вот такая, есть хочется. Короче говоря, вот это мы там же, где, ну, ночевали. Там, благо, хорошо есть и туалет, и умывальник, душевые. Ну, такие, знаете, благородные такие, облагороженные, скорее, не благородные, какие благородные. Облагороженные такие стоянки, где, в общем, все есть. И поели в столовках, вот в кафешках в этих я стараюсь не питаться, дорожных, не знаю. Я, честно говоря, прям брезгую. Вот уже и жара здесь пришла невыносимая. Только с утра тут все в куртках ходили, то чуть ли уже не пуховики понадевали, холодно, видимо, день не было. Муж позвонил, советовался, какие лучше чехлы взять. Он черный показывал, черный в полоску синюю, черный в красную полоску не хочу, они у нас уже не были. Их бежевые, светлые. Взяли светлые чехлы, передние, задние. Сиденье будет яркая красота. А то это ездим, как эти. Уже холодно начинается. И когда садишься на кожаное сиденье, просто то есть нужно долго прогревать машину, получается, терять много времени. А то ты сел на эти уже на. Ну, они же тканевые такие, еще мягкие, прошитые, чем-то там. Быстро греется машина, в общем. Забыла. Чехлы. Ладно, девчонки, давайте я перекушу немножко. Раз сейчас муж придет и поедем. Боже мой, надо натягивать эту. Прям у нас тут есть такая пленка. Вот такая, смотрите, в машине. Вот. Вот. Вот так вот стекло. А есть вот такая пленка, как это жара. Вот так ее натягиваете, девчонки. Да, натягивается, так застегивает, потому что неудобно одной рукой. Сейчас вот так видно, что я там показываю. Вот так, все. И солнышко уже не печет. А с этой стороны тоже такие сетки есть, с окна тоже закрываешь, обалдеть. Так что мы когда дрыхли, вот так вот закрываем его со всех сторон и спали. В общем, все, жду мужа, перекушу. И, наверное, буду уже выкладывать этот влог с поездки. Да что ж такое, не могу, девчули, теперь вас остановить. Ну, вот. Смотрите, дальше Икея будет. Наше будет путешествие. А, кстати, холфа выше не могу, говорю, я умираю без чая. А у нас вот есть и плитка, есть и чайник. Я думаю, ну это будет долгая история. Света, говорю, давай чай. Пошли, Бургер Кинг зашли, купили чай. Я так и не нашла, девчонки, вчера я ездила в Элисте, и в Магните была, уже хотела просто вот этот Русфронт с клюквой купить, нигде нету, ни в Магнитах, ни в Пятерках, короче, съели мой зефир, и я говорю, я умираю, без чая не могу, вчера прям страдала, который купила от Шарлиз с клюквой, он вообще сладющий, невкусный, не тот зефир, не то пальто. И вот здесь я уже говорю, хочу чай, муж побежал мне. До этого на заправке ночью покупал Твикс, у меня половинка осталась. И вот сейчас Бургер Кинг купила чай, напилась, девчонки, капец, как будто этот, ожила прям. Вот некоторые без кофе не могут начинать свое утро, то есть нужен какой-то заряд энергии, да.
Вот. А для меня чай. Если я чая не попила, то все, прощайтесь, Наташа, сегодня ее не увидите. Так что такая история. Ладно, до нового влога. Оставайтесь со мной. Ставьте пальчик вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Девчоночки, вот такие будут чехлы такого цвета, светлого. Мне кажется, очень хорошо будет смотреться свежо в машине. Будем стараться аккуратно, потому что все равно это вещь одноразовая. Ты год в них отъездил, все, потом можно их менять, это 100%. Главное, чтобы пофонька на них грязными лапами. Вот я что-то об этом не подумала. Тут тугрик будет на них грязными лапами, может залазить. В общем, вот такая история у нас.